Привет из солнечного Петербурга, это я, ваш любимый блогер Питер в кармане. Как ваши дела, расскажите. У меня просто великолепно, только мне кажется, я немножко заблудился. А смотрите, что я для вас насобирал и хочу вам подарить, вручить. Смотрите, какой прекрасный осенний букетик. Вы спросите, за что? Да просто так, ребят, держите. А вы спросите, почему? А я вам отвечу, за то, что вы есть. Вы спросите, зачем, Валентин, зачем? А я вам отвечу, за то, чтобы вам было приятно. Вы спросите, почему, Валентин? Я вам отвечу, чтобы вам было хорошо и не грустно этой осенью. Согласитесь, букетик потрясающий, правда. Может быть, вы его не успеете разглядеть, потому что ветер сильный, но он прям очень классно. Собирал собственными руками. Ветер жуткий просто. Ну вот, наконец, смотрите, какой букетик осенних цветов. Это для вас, ребят. Будьте счастливы и не болейте. А еще боритесь. Если придется, боритесь. Боритесь всеми возможными силами и немедленно просто. Не надо ждать, что кто-то решится с вашим другом. Очень близкие вам люди. Я понимаю, что это звучит очень зашкварно, но жизнь такая. Нужно, конечно, уметь расслабляться, да и бороться тоже нужно уметь. И милые уточки. Хороший райончик такой. Вот, я нашел то самое место, где могу наконец-то продемонстрировать вам свой букет для вас. Он немножко уже потрепался от ветра, но все равно остался таким же прелестным. Класс! Как ваша осень проходит? Как ваши дела? Как ваши дни? Какой милый малышек.